Привет всем, меня зовут Ярослав, и вы на канале «Харьковский болгарин». Это канал, как вы поняли из названия, о Болгарии. Сам я родом из Харькова, но прожив в Болгарии половину своей жизни, я решил создать канал на русском языке об этой прекрасной стране. На канале я показываю разные болгарские города и местности, как живописные, так и не очень, от очень известных туристических направлений до менее известных, и всегда стараюсь показать их без прикрас, как хорошие, так и плохие стороны, то есть такими, какие они есть, и, конечно, не без своего субъективного мнения. Короче, итог такой, я не знаю. Поэтому на моем канале есть и материалы о злободневных и насущных вопросах, связанных с жизнью в Болгарии, которые я также не обхожу стороной, ведь социальная и политическая составляющая жизни в Болгарии также очень важны для приобретения полной картины об этой прекрасной стране. И подобные ролики будут выходить на канале и далее. Плюс ко всему, я смею даже шутить над болгарским языком, некоторые слова и фразы которого могут действительно звучать забавно для русскоязычного. Это порой вызывает негодование у некоторых болгар. Вполне закономерно. Но я имею на это право, поскольку моя точка зрения – это точка зрения болгарина, человека, с детства живущего в Болгарии и знающего болгарский язык, быт, обычаи, культуру и прочие характерные особенности болгар. Но нет, я не хочу как-то очернить Болгарию. Нет. Наоборот, я очень люблю эту прекрасную страну. И миссия моего канала, чтобы как можно больше людей поняли и полюбили ее, и избавились от неверных стереотипов о ней. Все это вместе делает мой канал уникальным и отличающимся от множества других русскоязычных каналов о Болгарии. Поэтому подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте колокольчик, и для того, чтобы не пропускать мои новые ролики. Ведь в планах много всего интересного, что я хочу вам показать. А также вы можете написать прямо сейчас в комментариях, что бы вы хотели увидеть о Болгарии, что вас всегда интересовало, но вы или не находили нужной информации, или она была, по вашему мнению, неполной. Я постараюсь найти для вас свой ответ. Помимо всего прочего, у меня еще есть свой телеграм-канал. Ссылку на него я оставлю в описании к этому ролику. Этот канал не имеет какого-то определенного формата, но я там публикую абсолютно каждый день все, что меня интересует. Это связано не только с Болгарией, это связано с музыкой, с фильмами, с политикой, с наукой и техникой. Все, что меня интересует. А также некоторые мои ролики будут там выкладываться с ранним доступом. Поэтому обязательно переходите по ссылке в описании и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Кстати, у меня есть и второй YouTube-канал, посвященный кино. Он совсем маленький, так как я выкладываю там ролики нерегулярно, каюсь. Но вы можете исправить это, перейдя по ссылке в описании и подписавшись на него. Если я увижу активность, то я стану регулярнее его вести. И, кстати, там совсем недавно вышел мой новый ролик «Общее мнение о сериале Оби-Ван Кеноби и о положении дел Звездных войн под крылом Диснея». Не пропустите его. А на этом все. Пока-пока. До новых встреч. Также вы всегда сможете наблюдать и за состоянием моей бороды, потому что не в каждом моем ролике я буду за кадром.